Приветствую вас. Давайте попробуем ответить вам на ваш вопрос. С точки зрения психологии, а именно в этот раздел вы обратились, в раздел психологии. Значит, с точки зрения психологии, я полагаю, что исходить нужно из того, по какой причине вы расстались с своим молодым человеком. Это очень важно. То есть, если вы определите для себя, почему вы расстались с ним, вот, то я думаю, что вы сможете и понять, значит, будете вы вместе или нет. То есть вам нужно разобраться в причинах расставания. И если вы обращаетесь к психологу, то психолог, анализируя причины расставания, сможет порекомендовать вам, значит, что делать для того, чтобы либо вернуть мужчину, если вы расстались из-за какого-то конфликта, например, ну, который произошел, вот, допустим, да, либо подскажет вам, что делать, чтобы такого больше не произошло. То есть, что делать, чтобы вы больше так не расставались с своими молодыми людьми. Вот. Я думаю, что это будет наиболее правильным ответом вам. Значит, если вы хотели погадать, да, если вы хотели, чтобы вам погадали, то я думаю, что стоит задать этот, ну, этот же вопрос, но стоит задать его в раздел эзотерики, там вам погадают. Но по собственному профессиональному опыту могу сказать, что только если вы возьмете ответственность на себя за то, что вы делаете, только если вы будете анализировать свои поступки, свои действия, свою поведенческую модель, вот, только в этом случае вы сможете удерживать отношения от расставания, сохранять их и делать их более крепкими, более качественными, более доверительными, более взрослыми, зрелыми.
прочными, счастливыми, в том числе и для себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!